На Ставрополье почтили память жертв трагедии в Дагестане, где преступник открыл стрельбу по прихожанам храма. Соболезнования жителям республики выразил губернатор края Владимир Владимиров. В телеграмме, направленной главе Дагестана Владимиру Васильеву, он сообщил, что глубоко потрясен циничным преступлением, совершенным в Кизляре в прощенное воскресенье. Выразил искреннее соболезнование и попросил передать от ставропольцев слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Далее цитата. «Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Уверен, что всестороннее расследование позволит достоверно установить всех причастных к этому жестокому нападению. Мы вместе разделяем скорбь по безвинно погибшим и выражаем свою решимость быть стойкими и едиными в сохранении мира и стабильности на Северном Кавказе». Конец цитаты. А в Андреевском кафедральном соборе Краевого центра прошел траурный молебен. Почтить память жертв трагедии пришли десятки неравнодушных. Более 15 лет не было подобных случаев убийства священников или мирян православных на Кавказе. Будем молиться, чтобы Господь не допустил больше этого никогда. Царство Небесное, и сегодня по именам будем поминать этих усопших наших прихожан православных. И, конечно, будем молиться, чтобы Господь даровал, насколько это возможно, то утешение родственникам, близким погибших.